сожалению, сегодня мы завершили очередной очень интересный и красивый объект. Этот объект у нас находится в Винницком районе с видом, с панорамным видом на Орлиное гнездо. К сожалению, этот вид сейчас мы не сможем передать вам, потому что на улице уже темно, а стекло у нас бронзовое. То есть бронзовое стекло у нас полностью закаленное, весь у нас фасад, весь все панорамное стекло у нас закаленное. Толщина стекла у нас 10 мм, то есть 1 сантиметр. По бокам у нас установлены глухие проемы, очень большие, цельные стекла у нас не стоят. Внизу стационарное перила, наверху ВВС система, то есть турецкая система остекления.